здравейте всички приятели. Намираме се в руската столица Москва, където се оказа, че английският футбол също е много популярен, не само в Англия и в България, разбира се. Наблюдаваме матч с Ливърпул, заедно с представители на руския фен-клуб Ксения и Рома, които проявиха желание да кажат две думи за нас и какво представлява за тях Арсенал. Здравствуйте, ребята! Ксения, скажи нас, що для вас в Москве значи Арсенал? Когда был создан ваш фен-клуб? Сколько человек у вас в организации? Нашему фан-клубу в следующем году 20 лет. Отмечать 20-летие мы будем, скорее всего, в Минске, поскольку у нас фан-клуб не только российский, он русскоязычный. Туда входят все страны СНГ, Беларусь, Украина, Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия есть везде. Но будем отмечать в Минске, скорее всего, либо где-то в другом городе Беларуси. Всех приглашаем, но отдельно уточним, разошлем приглашение, когда будет точно ясно, где мы будем отмечать. В нашем фан-клубе примерно 200 человек. Нет, скорее всего, даже больше. К сожалению, точно цифру не знаю. Ну, я думал, что 2000. Россия такая большая страна. Нет, нас, к сожалению, не так много. Нас несколько сотен, может быть, 200 человек. Поскольку есть еще отдельные фан-клубы в Беларуси, там тоже очень много, но это наши братья фактически. Вместе с ними, наверное, 500 точно наберется. Рома, скажи для тебя, что значит Арсенал и что дает тебе Арсенал Фэмили? Ну, для меня Арсенал — это прежде всего мой любимый клуб, моя семья, это мои друзья, мои товарищи, с которыми я провожу время за просмотрами матчей. Арсенал Фэмили — это самая лучшая семья, которая вообще есть, которую можно себе представить. Я очень благодарен Ксении за то, что мы с Ксенией, мы первый человек из фан-клуба, с которым я познакомился, именно Ксения. Когда я переехал сюда, Ксения меня познакомила со всеми участниками группы, и благодаря ей я вошел в эту семью, чему безмерно рад. Для меня Арсенал — это все. Как и для всех нас, болельщиков Арсенала, в целом в мире. Но, приятели, нашите другари от руската столица казаха, че техният фен-клуб е създаден през 2000-та година и следващата година в Минск те ще празнуват 20 години, като всички са поканени и могат да присъстват, за да разберат какво е руското гостоприемство, каквото и аз виждам тази вечер. Искам да ви кажа, че всеки един, който дойде в Москва и особено в Лига ПАП, ще бъде посрещнат, нахранен и напоен подобаващо от нашите скъпи приятели. Искам да им благодаря и да им пожелая всего доброго. Всем пока, всего хорошего и победы нам! Да!